Давай. Все, друзья, приветствую. Самый маленький, самый юный рэпер, который я могу сделать. Марсель Кейс, давай. Давай, минуту внимания, люди. Давай, родной. Хочешь, но боишься, садишься и пишешь письма. Не стоит бежать на почту, искать конверт, клеить марку, вспоминать индекс тоже не надо. Достаточно написать все откровенно, листик спрятать, и вскоре ждите результата. Вы увидите очень быстро адресат, получен с импульса, посыл под корку с заложенным смыслом. Он, скорее всего, вас даже и не вычислит, но сразу же поймет, что по-прежнему вы с ним. Может, это вымысел, я пока не выяснил, но если сила в бумаге чернила. Я помню декабрь, когда весь дым осел. Это все, что у меня было, когда люто крыло. Представьте, зима, уютный трехэтажный домик с бассейном, миллиардом, ближайшем Подмосковье. На втором этаже горит лампа настольная, там в комнате соломенной пишу письмо домой. Тут момент непростой. Ну и ладно, я люблю правду, а еще люблю себя оправдывать. И может, я покажусь слегка неадекватным, но я показываю. Не надо, не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, хоть раз, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается, прикинь. Здравствуйте, маленькие мои, самые любимые. Но вы же в курсе, что папа у вас полный дебил. Я поступил невероятно некрасиво, когда слился и оставил вас на целый месяц одних. После очередных выходных я послушала свои мысли и захотелось убежать от них. Посреди возни у меня вопрос возник. Притормози, кое-что надо прояснить, дорогая. На этот раз удивляться нечему. Я вернусь сразу, как только они меня подлечат. И еще хотел пообещать, что все будет круто, но не буду. Сейчас время трудное. Хорошо, что я пишу отсюда. Всем нам на пользу пойдут эти 28 суток. Я вас люблю больше всего на свете, но иногда попадаю в старые добрые сети. Если надо, я готов объехать экватор на велике ради своей микросемейки. Вы мне поверите или сделаете вид хотя бы? Я ведь могу быть самым лучшим мужем и папой. Уже пора бы в собственной жизни принять участие. Девочка, если ты будешь плакать, то только отчасти. Я вел себя ужасно и полностью согласен, но я нуждаюсь в еще одном последнем шансе. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, хоть раз,